Человек жалок и слаб. Исключений не существует. И не надо спорить со мной. В глубине души вы же знаете, что я прав. Процесс увядания – неестественный процесс. Вы знаете, что нас убивает? Меня, вас, всех. Знаете? Температура. В кровь каждого из вас было введено 5 миллиграмм модифицированного тетрадотоксина. Это яд комбинированного действия, вызывающий головокружение, потерю сознания и смерть от удушья. А если наш с вами метаболизм притормозить? Хоть на градус температуру понизить? Мы прожили бы до 100 с лишним лет. Брюс в какой-то момент вплотную подошел к решению вопроса бессмертия. Основным компонентом являлась так называемая кровь Адама. Брюс вбил себе в голову, что нашел потомка первого человека. Анна Аникитина, внебрачная дочь князя Редьмина. Ее кровь – ключ к созданию эликсира вечной жизни. Амрит. Она самая.